Я. Да, ты такая интересная, кстати. Да? Да. Жаль, что на работе. Ну, так вот, да. А тебе же нельзя общаться просто так, да? Тебя прям это... Ну, сейчас скажешь, да. Это я, да. Как тебя зовут? Лера. Если что, я скажу, что я тут узнавал про меня. А, да? Лерочка, да? Я понял. Да я ты не... под прицелом всем. Под строгим контролем. Понятно. Не, я это... Так, поздоровался. Я только поел просто уже. Где кушали? Слушай, да я так это... По-быстрому гамбургер. Потому что это... Как это? Фарш и фарш. А, некогда было там ждать. А? Вкусно там. Блин, бургеры это вообще не мое. Слушай, ну а это... Ты там в туалет-то выходишь хотя бы, нет? А, или тебя в плену держат? Да. И что, как это? Как работается? Скучно. Да? Ну вот смотри, есть интересное предложение. Есть, говорю, интересное предложение. Какое? Ну, увидеться, пообщаться, будет не скучно. Сегодня? Ну, не знаю, на днях. Я сейчас просто, знаешь, без палева, как сделаю, запишу, но запомню твой телефон, чтобы тебя сейчас не палить. Точно запомню. Что? Я точно запомню. Ну, а как еще можно сделать? Я могу его написать. Давай ты напиши. Она, конечно, это. А где меню посмотреть, чтобы если что там она это. Она, конечно, а палит прям. Меня Вова зовут. Вова? Да. Я прям, не знаю, стараюсь сделать так, чтобы тебя не спалили. Чего я думаю, не пойму. Ну я не думаю. Она, конечно, такая смотрит, а такая типа умирает. Что? Может, слушай, ну ты прикольная такая. Красивая, да. Ты откуда вообще приехала в Москву? Краснодар. Ну там такие яркие, красивые девушки. Думаете, слушай, дело в городе? Ну нет, дело во многих факторах. Я тебя это, тебе когда удобно звонить? Вечером в 9, ну после 9. Я тебя наберу там, не знаю, завтра, послезавтра. Надеюсь, увидимся. Все, давай, пока. Смотрите, вот такой интересный пример. Ну, хотя он не самый интересный, да, но пример того, как знакомиться, скажем так, с девушками. Вот, телефон, не знаю, дальше не буду показывать. С девушками, наступи, Денчик. С девушками, когда они на работе. То есть здесь, кстати, она очень так, ну, довольно-таки открыто реагировала. Потому что обычно они больше палятся. То есть здесь ее какая-то начальница ходит, она понимает, зачем я, видимо, подошел, потому что она так поглядывала, улыбалась. Вот, то есть не привлекайте, ну, как бы, если вам понравился кто-то из персонала, подходите. Или там, когда этот официант к вам подойдет, или что-то еще. То есть потихоньку начинайте общаться, не привлекая внимания там руководства или кого-то другого. Потому что у них есть четкие, как бы, правила, не, ну, как бы, на работе никаких вот таких вот флиртов, там, ничего такого. Вот. И пытайтесь узнать, либо, например, когда у нее ближайший перерыв, чтобы она смогла выйти. Это касается продавцов, всяких там промоутеров, которые раздают бумажки, вот таких вот хостес там и так далее, ну и прочих администраторов. Вот. Либо как-то беспалево, то есть если она не может выйти, например, по каким-то причинам, беспалево пробуйте взять телефон, то есть скажите, я все понимаю, то есть успокойте ее, что... Я понимаю, что ты на работе, то есть я разделяю твою ситуацию, я беру на себя эту ответственность, мы никому не скажем, либо давай я запомню твой телефон, либо в данном случае она сама предложила, ну как бы, что а давай она его мне запишет, как бы. Хотя, скорее всего, там вот ее там после этого поругают, потому что руководитель, она так прям, ну, хоть и с улыбкой, но она смотрела недвусмысленно, блин. Ну, не мне же пизделей дадут, в конце концов. Она думала, почему не к ней. Вот. Хотя девушка интересная такая, добрая. Да, кстати, забыл тебе сказать еще один момент. То есть, естественно, что в этом случае никакой кинестетики. То есть, ничего похожего на кинестетику, на какие-то хваташки, обнимашки. Там, я, видишь, даже за руку не трогал ее здесь. То есть, ничего такого быть не должно. То есть, ты должен, самое главное, понимать, что как бы она на работе.
То есть и у нее есть определенные какие-то обязательства перед работодателем, и ты должен ставить себя на ее место, что типа она может там получить люлей, или ее могут уволить из-за каких-то вот таких контактов. Как-то так, че тебе сказать, я все это и еще много-много-много чего другого буду рассказывать подробно и давать практические задания на онлайн-тренинге, который стартует уже скоро, 20 ноября. У тебя осталось совсем мало времени, чтобы записаться, и, соответственно, увидимся там, будем вместе с тобой менять твою жизнь. Ссылка под видео, записывайся. Пока.